Здравствуйте, добро пожаловать в систему перевозок «Черная месса». Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудников исследовательского центра «Черная месса». Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Данный поезд направляется из помещений уровня 3, тест-лаборатории и административного здания сектора Си. Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором Си, вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне 9. Пересесть на охраняемый пункт. Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе, обратитесь к персоналу станции «Черная месса» за помощью. Это необходимо для получения доступа в охраняемую зону. Токсичность на проследе в исследовательском центре, как следствие работы с материалами, запрещено курить, есть и пить в транспортной системе «Черной мессы». Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченной мобильностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. Выживание в критических ситуациях пройдут сегодня в 19 часов в помещении на третьем уровне. Информация о предварительной экзаменовке персонала с высоким уровнем доступа будет объявлена в эфире. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших коллег будет зависеть от качества вашей подготовки. У вас есть друг или родственник, который может оказаться ценным сотрудником «Черной мессы»? В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам «Черной мессы». Если у вас есть знания или опыт работы в сферах теоретической физики, биотехнологии или другие высокотехнологичные трудности, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черная месса» предоставляет всем равные возможности. Напоминание всем сотрудникам «Черной мессы». Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре «Черной мессы». Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием для немедленного уничтожения. Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей вы подверглись действию радиоактивных материалов, немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность офицеру. Работайте бдительно и благоразумно. От этого зависит ваше будущее. Прибываем к тест-лабораториям сектора Си и административным зданиям.
пожалуйста, не подходите к автоматической двери и подождите, пока сотрудник безопасности проверит наличие доступа. Перед выходом из поезда убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи. Спасибо и удачного и безопасного вам дня. Кажется, мистер Фриман, вы немного опоздали. У меня для вас были кое-какие сообщения, но минут 20 назад у нас случилась неприятность. Вышел из строя сервер, и я до сих пор не могу восстановить свои файлы. Кое-какие неприятности произошли в испытательной лаборатории, но я надеюсь, что все обойдется. Надеюсь, вы получите все сообщения, как только мы восстановим систему. Где я оставил схему процедуры отключения? Эй, прекрати это делать, да? Давай, Гордон, ты что, хочешь меня подставить, что ли? Привет. Сейчас меня нельзя отвлекать. Ладно, тебе просто нужно подождать до конца проверки. Кто-то опять спрятал мои очки. Что же это делается-то, а? Фриман! Почему мы все обязаны носить эти дурацкие галстуки? Почему мы все обязаны носить эти дурацкие галстуки? Добро пожаловать в защитный скафандр Mark IV для работы в особо опасных условиях. Энергетическая защита включена. Сенсор охлаждения воздуха включен. Контроль энергии на 1%. Автоматическая медицинская система включена. Система выбора оружия включена. Контроль состояния оборудования включен. Интерфейс связи подключен. Пусть ваш день будет безопасным. Я и думал. Замечательно, сэр. Не забыть бы рассказать об этих изменениях. Сержант, ты, наверх, проверка, браво.
рад вас видеть. А, Гордон, это ты? Мы только что начали тестировать образец. Хотя мы уверены на все 100%, но нам необходимо особое разрешение. Кажется, начальство таки думает, что мы сегодня сдадим окончательный результат исследования образца. Но сдается мне, что они немного опоздали. Гордон, мы ждем тебя в исследовательской лаборатории. Сегодня мы удачно завершили анализ. Повторяемся. Ситуация критическая. Черт возьми, что происходит с нашим оборудованием? Раньше надо было думать. Есть на это причина. Ведь нам предоставляется уникальная возможность. Ведь такого чистого образца я еще и самый изменчивый из всех, что я видел. Теперь, если применить плавную процедуру анализа... Ну, не знаю, как ты можешь такое говорить. Хотя и не исключаю, что логически Гордон не должен узнать ни слова, что мы здесь говорили. Он специалист высокого уровня. Мы ручаемся головой, что все будет в порядке. Ты прав, Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Хорошо, продолжайте. Хорошо, продолжайте. Хорошо, Гордон. Образец будет у тебя через несколько секунд. Если будешь так добр, что поднимешь задницу, то нам удастся выяснить почти все. Сообщили, что образцы готовы. Посмотри систему доставки, чтобы получить образцы.